На этот раз мы на Можайском водохранилище. Вот уже лодочка собранная стоит. Вот здесь наши друзья на моторочке. Так что мы двумя семьями в этот раз отдыхаем. На буксир нас берут сегодня. Ну, чего поделаешь, будем таким способом добираться. Все, мы на месте, выгружаемся. Парочка черных коршунов. В этих зарослях сейчас куча маленьких серых птичек. Так орнитологи называют эту группу птиц. Здесь щегол только что сидел на этом дереве. Санька, сейчас едем искать новые места, новые стояночки. Может быть, сегодня переедем, если найдем что-то интересное. Там туда сейчас. Хотя, знаешь, давай прямо, прямо едем. Здесь нет мест. Вышли посмотреть стояночку. Такая стояночка. Это продолжение этой стоянки. Открытая полянка, очень симпатичная. Полянка ровная. Ага. Это значит, что нас ждет что-то лучшее. Да. Ох уж эти маленькие серые птички. Почти никогда я не знаю, когда фотографирую и вижу этих птиц, кто это есть. Пеночки, мухоловки, камышовки. Кто это?
попробуй разберись. Здесь целых 5 черных коршунов сейчас парят. Это вот они так кричат. Заросли иван-чая. Здесь кто-то похожий на лугового чекана обитает. Сейчас попробую снять его. Понравилось охотиться в зарослях высокой травы, потому что можно близко подойти к птичке, нагнуться, так что она вообще тебя не видит, когда ты подходишь. Этот сорокопут все время здесь сидит на проводах, рядом со столбом, чуть вправо. Вчера здесь его видел, сегодня тоже. Причем в других обстоятельствах вообще не могу его встретить, только здесь. Здесь даже сразу 3 сорокопута. Вот один у столба. И вот здесь 2 других. Заброшенный дом, и вокруг него оживление птичье. Крапива в рост человека. Вот такой здесь интерьерчик. Здесь что? Не маленький домик-то. Второй этаж не пойду. Дерево с чижами. Стайка примерно 15 особей, может 10. Сегодня у нас была встреча с друзьями. Подъехали друзья, стали тут несколько сотен метров от нас, полкилометра на другой стояночке. Сейчас лагерь разбивают. Мы к ним в гости придем, ну или они к нам сегодня. Приятная встреча. Только что здесь были замечены 2 иволги. Иволги – это очень ценный трофей, потому что их часто слышишь, но сложно поймать в кадр, тем более сделать качественную фотографию.
Не знаю, получится у нас или нет, но все в любом случае увидеть, как они летают, парочка здесь. Это всегда приятно. Не получилось их достать, они улетели. Но, может быть, еще попадутся, пока мы здесь. У нас сейчас квест, получится или не получится дойти до друзей, до их стоянки, было бы здорово, но дороги здесь нет, и очень высокие заросли борщевика и там всего прочего. Квест осложняется тем, что Надя нашла землянику. Теперь найти наших друзей становится все труднее. Спелые ягоды? Да. Начало хорошее. Только что здесь куница пробежала. Вот сюда, вот в эти заросли крапивы. Три серые цапли. Видишь ли цаплю? Да, стоит вон на веточке. В общем, расклад такой. Стоянка наших друзей оказалась прямо вот на той стороне этого полуострова. От нас буквально меньше 100 метров. Но дойти туда нереально, потому что лес непроходимый. И вот этот залив мы тоже обогнуть не можем, потому что там непроходимый лес буквально. Но мы уже сейчас увиделись, услышались. Они сюда вышли, пообщались. Так что можно сказать, что в какой-то степени мы цель достигли. Мы их увидели. Пойдем дальше. Сейчас мы с Надей снова в этой заброшке, в которой я уже был. Она подала хорошую идею сделать засидку из этого домика и наблюдать вот за теми кустами завтра утром. Тебе нравится это место? Да, такое загадочное. Большой дом, да? Угу. Это второй этаж. Здесь две спальни. Вот одна, вторая. Куча кроватей. Газеты 2005 годом датированные. Лестница вниз. И на выход. Большой дом. Оп. Ну что, как впечатление от экскурсии? Ой, у меня столько впечатлений, это классно. Мне очень понравился домик. Хорошо люди живут. Зажиточная семья, да? Да, я тут помню.
Иволга прилетела на нашу стоянку. Так поет зеленая пересмешка. Ну вот и все, собираемся домой. Сейчас ветер поднялся, дождик небольшой. Посмотрим, что будет. Вообще супер поездка. Отлично все было. Отъезжаем, на трос нас берут, на буксир. Это, наверное, наша, наверное, да? Это не наша. Наша следующая там. Это рядом с пьяной полянкой. Наконец навестили Можайское водохранилище. Давненько мы здесь не были, года 4. Итак, заканчивается наша поездка. Едем домой.